Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я собрал товары разных категорий, которые заинтересуют мужскую аудиторию. А женщины и девушки смогут выбрать здесь подарок для своих мужчин. Ссылки на все товары, как всегда, находятся в описании под этим видео. После просмотра оцените это видео, поставив лайк или дизлайк. А если есть что сказать, пишите все в комментариях. Желаю приятного просмотра! Портмоне. Сразу скажу, что никаких замечаний к нему нет. Выглядит стильно и красиво, сшит аккуратно, ничего нигде не косит и не торчит, а швы идеально ровные. В общем, по внешнему виду лучшей кошелька я не встречал. Что касается качества, то изготовлен он из эко-кожи. Насколько она прочная и качественная, точно сказать не могу. Это должно показать время. На ощупь материал приятный и мягкий. Продуманная конструкция делает кошелек очень вместительным. Здесь есть 8 кармашков для пластиковых карт. 2 отделения окошка для прав, пропуска или фото ваших близких. 6 боковых отделений для разного хлама, верхний большой карман для наличных и отделение на молнии для мелочи. Несмотря на вместительность, кошелек очень компактный. Его удобно хранить в нагрудном кармане пиджака или куртки. Импульсная зажигалка. Эту зажигалку не нужно заправлять газом или бензином, так как это электрическая зажигалка. Она имеет 4 контакта, между которыми возникает 2 мощных разряда электроимпульса, похожие на миниатюрную молнию. Включается разряд кнопкой на боковой стороне корпуса. На данной модели имеется небольшой дисплей, на котором отображается уровень заряда батареи и количество нажатий на кнопку включения. Включается дисплей при открытии крышки и выключается при закрытии. Заряжается зажигалка через USB кабель. Есть разные цветовые варианты. Перейдя по ссылке, вы можете увидеть все варианты, а перейдя по второй ссылке, увидите другие модели. Смарт-часы. Это модель умных часов с уникальным дизайном и хорошим набором функций. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, как и классическая застежка на силиконовом ремешке. На правой стороне корпуса имеется единственная кнопка для активации экрана и включения питания. В целом гаджет обладает пыли и водоустойчивостью в соответствии с международным стандартом IP68. Экран имеет размер 1,3 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Часы оснащены пульсометром с поддержкой измерения уровня кислорода в крови и артериального давления. Также устройство может считать пройденные шаги, расстояния, израсходованные калории, оценивать качество сна, а также отслеживать различные спортивные режимы. Еще из умных функций имеется предупреждение о звонках и сообщениях, напоминание о активности, поиск телефона, удаленное управление камерой, будильник, таймер, секундомер и еще много стандартных функций. Электробритва. Данная бритва представляет из себя идеальную комбинацию простоты и удобства пользования. Независимая плавающая двойная режущая головка может сгибаться вовнутрь, что позволяет ей адаптироваться под анатомические особенности лица. Стандарт защиты IPX позволяет осуществлять как сухое, так и влажное бритье. Это также помогает легко очистить ее под струей воды. Тем более, что головка с лезвиями снимается, поэтому вам не составит труда помыть лезвие и очистить резервуар для сбора срезанных волосков. Управляется бритва при помощи кнопки, расположенной на корпусе. Также на корпусе расположен индикатор, который сообщит вам об необходимости зарядить устройство. Благодаря особенностям конструкции и оптимизации зубчатой передачи, бритва имеет отличные показатели шума и вибрации. Встроенный аккумулятор позволяет бритве работать 9 часов без подключения к электросети. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, достаточно 2 часов. Бритва для тела. Благодаря такой бритве можно избавиться от нежелательных волос на спине удобным и безболезненным способом совершенно самостоятельно, без привлечения других людей или походов в салоны. Устройство имеет S-образную форму, обеспечивающую отличную интенсивность движений и позволяющую без проблем дотянуться до самых труднодоступных областей спины. Используется как для сухого бритья, так и с использованием мыла либо пены. Для бритья сложных участков тела есть возможность снять с ручки съемный картридж с лезвиями и использовать его отдельно. Ручка бритвы складывается для удобной транспортировки и хранения. Рация. Данная рация отлично подойдет для использования как во время игры в пейнтбол или страйкбол, так и во время туристических походов. И еще это отличное решение для охотников и рыбаков. Корпус выполнен из прочного материала. На самом корпусе поставлены заглушки, что защищает основные разъемы устройства от попадания в него пыли. Рация имеет 128 каналов памяти и 25 каналов для сохранения радиостанции FM-приемника. На экране отображается информация об оставшемся заряде, включенных функциях и уровне сигнала.
А полноценная клавиатура позволяет не только управлять опциями станции из удобного меню, но и вводить частоты вручную. Дальность действия сигнала до 4 км в условиях высотной застройки и до 10 км на открытой местности. В зависимости от рельефа местности можно регулировать мощность рации и эффективнее использовать заряд батареи. Также есть функция активации голосом и поддержка двухканального режима. Аккумулятор емкостью 1800 мАч обеспечивает до 12 часов активной работы на одном заряде. Рации есть разных цветовых вариантов, в том числе и в камуфляжном. Держатель для бутылок. Этот держатель представляет собой приспособление с мощными магнитами, которое крепится к верхней панели холодильника на самоклеящихся липучках и способен удерживать бутылки с пивом или с прохладительными напитками за их металлические крышки. Бутылки будут крепко держаться даже в том случае, если вы неумышленно их заденете, доставая что-то с полок. Держатель производится секциями из трех неодимовых магнитов класса N52, каждый из которых может выдерживать вес до 27 кг. А самоклеющаяся основа секции выполнена из специального термостойкого состава, не меняющего своих свойств даже при минусовых температурах. Мини-нож. Это имитация боевого ножа с ножнами, который по сути является брелком-сувениром. Но тем не менее он позволяет выполнять легкие работы, такие как отрезать бечевку, заточить карандаш, зачистить провод или вскрыть коробку. Сам нож выполнен из стали с пластиковой рукоятью, а ножны из ударопрочного пластика. Ножны имеют цепочку для ношения на шее. Длина лезвия составляет 60 мм, ширина 10 мм, толщина в обухе 2 мм, а полная длина ножа 100 мм. Ручка-штангенциркуль. Это ручка 2 в 1. Помимо основного предназначения, она еще оборудована основной и нониусной шкалой, что позволяет измерять с точностью до сотых доли миллиметра, то есть пользоваться ею в качестве штангенциркуля. Пользоваться такой ручкой очень удобно, по крайней мере тем, что не нужно бросать штангенциркуль и шарить в поисках ручки для записи результатов измерений. Идеально подходит для мастерской или дизайн-студии. Аккумуляторная отвертка. Инструмент идеально подойдет для домашнего использования. С помощью него можно закрутить саморез в дерево или дюбель, повесить дверки шкафчиков или собрать мебель. Усилия, с которым инструмент затягивает крепеж, вполне хватает, чтобы закручивать саморезы в дерево диаметром 4-4,5 мм и длиной до 60 мм. В данном девайсе предусмотрен переключатель направления хода вала и блокировки, который выполнен в виде поворотного диска и расположен на заднем торце инструмента. Таким образом, управление отвертки переносится полностью в одну руку. В передней части корпуса расположен достаточно яркий модуль подсветки, который работает во всех положениях переключателя. В комплекте с отверткой идет шнур Type-C для зарядки аккумулятора и кейс с 12 битами. Многофункциональный фонарь. Данный фонарь имеет цилиндрическую форму. Корпус фонаря водонепроницаемый. На торце имеется кнопка включения, а на другой стороне светодиодный фонарь. Вся белая часть корпуса является светильником, имеющим три уровня яркости, которые регулируются той же кнопкой на торце. Также есть свечение оранжевого цвета, которое якобы является противомоскитным. То есть или отпугивает комаров, или просто не привлекает. Честно говоря, я так и не понял, как это работает и работает ли вообще. Ну то есть нет возможности проверить, так как сейчас зима и нет комаров. Дальше режим стробоскоп с мигающим синим и красным цветом. С обеих сторон находятся магниты, с помощью которых фонарь можно закрепить на любой металлической поверхности, например, на капот автомобиля при ремонте. Вообще этот фонарь предназначен для кемпинга и для водителей. Также по краям располагаются две оранжевые резинки, которые могут быть использованы в качестве жгута при необходимости. Возле кнопки находится петля для темляка и стеклобой. Под кнопкой, если ее открутить, находится микро-USB разъем для зарядки аккумулятора и USB для зарядки смартфона или других гаджетов. То есть он может выполнять роль пауэрбанка. Есть три размера, которые имеют одинаковые функции и отличаются только размером и емкостью аккумулятора. 2600, 5200 и 7800 мАч. Многофункциональная зарядка. Представленный гаджет объединяет в себе зарядное устройство от прикуривателя, стеклобой и даже фонари двух классов применения. Он имеет USB-порт, поддерживающий технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Ряд систем безопасности включает защиту от перегрузки в сети, от короткого замыкания, высокого напряжения, низкого напряжения и перегрузки потоку. За счет встроенного микропроцессора зарядное устройство в автоматическом режиме определяет устройство, а точнее максимально возможное значение принимающего тока, и устанавливает режим зарядки для максимально быстрого и, главное, безопасного заряжения.
Также в устройстве есть встроенный фонарь с красным маячком, которые могут работать независимо от сети благодаря встроенному аккумулятору. Время работы белого фонаря составляет до 3 часов, а красного маячка до 20 часов. Красный маячок устанавливается за счет магнита на предупредительный знак возле автомобиля при аварийной остановке на время плохой видимости в условиях густого тумана, сильного дождя или снегопада. Маячок работает вместе с фотодетектором, который как подстраивается под освещение, контролируя яркость, так и будет изменять частоту мигания для уведомления приближающегося транспорта. Ну а торцевая часть устройства выполнена из вольфрамовой стали, гарантирующую хорошую проводимость тока, и выполнена в заостренной форме, позволяющей использовать ее как стеклобой. Автомобильный освежитель воздуха. Представляет собой стильный и компактный автомобильный ароматизатор натурального происхождения. Выполнен в стильном круглом корпусе из настоящего стекла. Он будет отлично смотреться в салоне современного автомобиля. Закрепление на решетке воздуховода осуществляется при помощи универсального держателя прищепки. Аксессуар достаточно компактный, но при этом быстро заполняет салон приятным ароматом, убивая запахи сигаретного дыма, еды, нагретого на солнце пластика и так далее. Специальный состав ароматического наполнителя обладает полезными свойствами, набор которых зависит от выбранного запаха. На выбор представлено два аромата – уникальная смесь специй, позволяющая быстро снять стресс, и аромат морского бриза, обладающий тонизирующим эффектом. Тактический рюкзак. Предназначен как для продолжительных походов на природу, так и для рейдов во время военно-тактических игр. Ну и, конечно, для охоты и рыбалки. Конструкция рюкзака состоит из двух основных отделений, объем которых составляет 50 литров, а также имеет множество отделений, боковых карманов и трех дополнительных подсумков. Передний подсумок можно снять и носить на поясе. Для этого в комплекте есть специальный ремень. На рюкзаке также имеются стропы типа молли, благодаря которым можно разместить дополнительные подсумки и совместимое снаряжение. Рюкзак изготовлен из нейлона и оксфорда. В состав также входит полиэстер, что придает особой прочности рюкзаку. Все материалы водонепроницаемы и морозостойкие. Кикер, или просто настольный футбол. Это домашняя игра, с которой вы сможете весело провести время с семьей и друзьями. Игровой стол поставляется в частично собранном виде. Окончательный монтаж из нескольких простых этапов осуществляется собственными силами при помощи инструкции по сборке. Корпус модели, игровое поле и опоры стола изготовлены из материала МДФ с виниловым покрытием, предохраняющим поверхность от царапин. Удобные рукояти штанг обеспечивают надежное и комфортное сцепление с ладонями игроков. Стилизованные фигурки футболистов, выполненные методом литья из полипропиленового материала, надежно закрепляются на металлических штангах в установленных позициях. Штанги с фигурками вращаются вокруг своей оси на 360 градусов. Забитые ворота мячи скатываются в специальные отсеки, из которых легко и быстро извлекаются для использования в игре. А ведение счета осуществляется с помощью счетчиков на бортах настольного футбола. А на этом все, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И что, по вашему мнению, не стоило включать в эту подборку. Это поможет мне делать следующие видео более интересными и полезными. Желаю хорошего настроения. Пока.